И немного о культуре. Алматинские зрители Государственного академического театра оперы и балета имени Абая уже в этом месяце увидят необыкновенную постановку оперы «Россини Золушка». В традиционный сказочный сюжет привнесли космические ноты. По задумке автора, вместо привычной туфельки – браслет, вместо мачехи – отчим, а вместо феи – маг и волшебник. Сюжетная линия бурлит и развивается так же стремительно, быстро, как и в жизни. Остроумные оригинальные решения, характерные только для России, поклонники оперы смогут увидеть 9 декабря. А уже через 3 дня театр отправится на гастроли в Италию, где представит свои самые яркие постановки. Это Новый год, и мы хотим сделать подарок нашему зрителю. Это молодежный состав, который вот мы бы хотели, чтобы они вот всем созвездием, всем вот ожерельем вышли на сцену все вместе. К счастью, у нас есть такой замечательный состав, который вырос в наших стенах. Буквально 2-3 года назад пришли ребята в театр. Это молодое поколение певцов, которые очень известны уже нашей публике, и каждый по-своему себя проявил уже на сцене, и появился ансамбль, что очень важно для опер России.